перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. What's up, guys? Кто сегодня был на рейве в Екатеринбурге? Респект. Охуительно попрыгали. Мне очень понравилось. А сейчас я на Hotel Flow. Ду-ду-ду-ду. Нет, это была ее одноклассница. Где она? Подожди, все нормально. С ней все хорошо, не волнуйся. Рейв, мясо. Вот, сама слышала. Ну, что-то не тебя. Все классно. Гад, молодцы. Послушайте, мама застряла в аэропорту, не может найти такси, я еду за ней. Все как надо. А на чем ехать-то? Чисто как в столице тусанулись. Я сейчас смотрю какое-то кино по пятнице, где девочка заболела каким-то вирусом и блюет на всех кровью. Интересная хуйня. Привет, Грейси, это я, Эмма. Я очень волнуюсь за тебя. Перезвони мне, когда получишь сообщение. Пока. Не, ногам нормально. Пизда голосу. Я обычно не ору, когда все колбасятся. Охота поорать. Вот как сегодня. Shit. Короче, я, наверное, еще несколько минут по эфиру и буду дальше откисать, пить водичку, восстанавливать водно-солевой баланс. Короче, неделю назад мы закончили писать песни на наш совместный альбом с Руксом. Перед вылетом в Екат я вчера вечером до поездки в аэропорт успел прописать первый куплет. Я теперь записываю все дома, поэтому конвейер говна теперь будет просто работать без конца. Вот. Короче, мы написали альбом лютого мяса. Вы будете в ахуе. Просто мы дали Wasabi 3 по щекам официально. Там такое прям. Хорошее музло получилось. Даже мне нравится. Вот. Но это не все анонсы. Я еще почти закончил совместный альбом C4. И я пишу Devian 2. Но вы этого не слышали. Короче, до начала осени я разбомблю нахуй всех целой горой нового музла. Вот. Так что
Можете поделиться со своими друзьями информацией. Хорошо, обещаю, папа. Я отдохнул. Имею некоторые проблемы сейчас пока что со здоровьем. Не хочу о них. Но, типа, порвать, сука, всем трусы у меня хватит сил, так что готовьтесь расчехлять Apple Music и iTunes. Всем скоро пизда. А осенью мы поедем в Турец. Вот. Я не очень в последнее время бодрюсь вести эфиры там, выкладывать фоточки. У меня такой период в жизни, когда я хочу немножко побыть в одиночестве, потому что прошлый год был очень перенасыщен социумом. Слишком много людей, много выступлений, много студийной работы, мало отдыха, мало сна. Вот. Поэтому я сейчас немножко ухожу в бункер, но я вернусь с кучей всего. Бля, интересное кино. Обама говорит про какой-то вирус. Школьницы блюют кровью. Вот. Короче, в общем, меня ждет тарелочка с фруктами, шоколадками и какая-то модная водичка. И банана. Банана! По поводу точных дат, когда зарелизится все говнецо, я не могу сказать, потому что мы должны еще будем решить массу организационных вопросов по поводу доставки всей музыки на площадочке, где вы можете это все послушать. Вот. Мы этим... Буду заниматься не я, по большей степени. Мое дело музыка. Вот. Поэтому я возвращаюсь сегодня ночью в Питер. Просыпаюсь. И прямо с следующего дня начинаю записывать наш альбомчик с Руксом. Я думаю, мы запишем его, блядь, за 2 дня, если не меньше. Вот. Думаем над обложечкой пока. Есть у нас веселая идейка одна. Ох, нихуя. Это что, блядь, MGK, что ли? Охуеть, тут снимается MGK! Прикол. В натуре MGK. Он даже нормально играет для того, кого он играет. Состояние Грейси стабильное. Спасибо за ваши молитвы. Фил и Тереза, родители Грейси. Здравствуйте, братан. Он знает правду. Ого. Они трахаются или он жрет ее в соседней комнате? А, ну вот. Я думал, сейчас бы страшная сцена, а там просто ее сестра трахалась с МГК. Я не знаю, что это за фильм. Мне вот интересно. И я даже не знаю, насколько давно я его смотрю. Сколько давно он идет. Бля, обожаю на самом деле фильмы про вирусы и всякое биологическое говно и про инопланетян. Особенно, когда это еще и как-то связано все вместе. Мой любимый жанр фильмов, когда из людей какая-то мразь вылазит. Типа «Чужих», типа «Обителя зла».
прямо кайф. Не, я забираю слова о том, что MGK заебись играет. Он играет обычного дауна тинейджера американского. Меня одного бесит, когда в фильме про зомби-апокалипсис в начале фильма, пока не началась пандемия, герои долго скучно пиздят ни о чем. Веселятся, не смешно шутят, тянут время. Чтобы эту хуйню можно было показать в кино, нужно 20 минут всяких диалогов ни о чем. Шутки про зомби. Да, я люблю замес. Вот есть фильм, помните, «Война миров Z», вот там просто замес был без перерыва с начала по самый конец. Это охуенно. А сегодня, кстати, день крутых кинщиков, когда я только проснулся в номере, и надо было ехать поесть, а потом на саундчек включил какой-то канал, и там начался новый «Робокоп». Так тяжело ехать, выступать еще ни разу не было. Спасибо, и тебе. Спасибо. Да, увидимся там. Так, ладно, выборочно поотвечаю на вопросы. Я учился в Перми в 114-й школе, которая теперь очень крутая, фиолетовая и отремонтированная. Что-то еще есть. Баты я не смотрю. Добро пожаловать в штат контрастов. Хорошо, автоматически передал Эмили привет от фаната. Не, ну первые две части «Обитель зла» это класси. Хорошие фильмы. О, я только что понял. Вчера аж Хан Соло начался. Завтрашняя запись рэпа, походу, либо отменяется, либо прервется. А еще я скоро сделаю себе кучу новых татушек. Вот всю вот эту вот ладошку, ну, в смысле, кисть. И с этой стороны, и эту кисть, и эту руку. Ку-ку, с нами купаться веселее. Ищите новые упаковки Джонсон для детей в продаже. Думаете, худеть во сне – это только мечта? Чтобы среди ночи впервые помогает худеть не только днем, но и ночью. Если Хан Соло будет не сказочным, а немножко посерьезнее, я буду рад. Вот. «Изгой один», пиздец, вот это охуенный фильм. Так, было приятно его смотреть. Надеюсь, Хан Соло будет похож. Диплом. Ну, посмотри на меня, что я могу думать про диплом? О, еще Дэдпул ведь, да. Дэдпула нет, еще не смотрел. Я недавно только «Мстители» посмотрел, наконец-то. Наконец-то я стал врубаться во все мемчики с Таносом и камушками. Я байчу Бамблбизи по-лютому просто. Тестинг еще не смотрел. Мне на самом деле больше интересен альбом Pusha T, чем Ace of Rocky. Инсайды по плюшкам тем, кто оставил билеты, не знаю. Все зависит от моего настроения, будут эти плюшки или нет.
Но я думаю, лучшими плюшками будет то, что так как я немножко проредил свои концерты, смогу отдохнуть и выдать больше музла. И на следующих концертах, которые будут, может быть, не так скоро, как хотелось бы, будет куча новой музыки. И L1 по телеку рекламирует жвачку. Да, было дело. Читал реп перед Оксимироном у него на концерте. Если ты учился у той же классной, что и я, тебе крупно повезло. Мне повезло только полтора или вообще годик поучиться последний 11 класс у нее. Вот. Уж сережки в ушах мне нужны, чтобы быть смазливее. Мне, да, похуй на футбол. Не очень люблю футбол. ПБ-4 это фрешблад? Это реалити-шоу вот это новое? Мне сегодня Илья рассказывал про это. Это все супер мимо меня прошло. Потому что я отписан от всего, что связано с рэпом. Практически. Я вот подписался на новый рэп недавно. Да, удивился, во-первых, что у меня гигантское количество, оказывается, подписчиков. Я никогда не знал об этом. Во-вторых, что там гораздо меньше даунов тупорылых в комментариях. Так что советую всем подписаться на новый рэп, наверное. Чтобы быть подписанным на рэп-паблик, где иногда рэп выкладывают, то это, наверное, все-таки новый рэп. Вот. Поэтому, ну, мемчики про фрешблад мне попадаются в Твиттере, но я вообще пока не в курсе. Илья говорит охуенно, ему все нравится. Говорит, прям круто сделали, но типа, наверное, это не мое. Не-не, ребят, по поводу... Если вы комментаторы с рифмой панчи, которые вот прям комментируют там на постоянной основе, лучше оставайтесь там. Нос справа, потому что у меня устало лицо. Есть такая херня после концертов из-за того, что вот после часа, там, 40 минут моих песен, ну, мышцы всего лица достаточно успевают подустать, поэтому я немножко разминаю их, пока разговариваю. Серьезно, это не прикол. У меня люто устает ебальник от скоростных треков. Будут штуки, как Basics, да. Тула, привет. Надеюсь, мы когда-нибудь с вами увидимся. Пожрем с вами пряников, блять. Постреляем из танка. Купим хороший микрофон Октава. Котлы, ну нет, у меня простенькие пока что. У меня передо мной встал выбор купить себе охуенные роликсы за 500 000 или купить себе студию домой. И очевидно, я не долбоеб, и я купил себе студию домой. Татух на правой руке. Смотри. Вот. Вот такая вот татуха, блядь. На правой руке. Original Go Getter. Здесь написано. Здесь написано True. А здесь написано Life. Здесь написано Self. А здесь написано made.
Лучше? Да. Ближайшее из того, что я буду делать, я набью себе на руке фразу «Plan B», типа «План Б». Это одна из черт моего характера. Когда все идет пиздой, я всегда знаю, что можно попробовать сделать. Всегда есть план «Б». А что мы делаем? Поэтому... Ой, опять школьники лежат в ванной вместе. Срам. Ты мне нравишься. Делайте татухи. Татухи это круто. Но подходите к этому как к культуре. Татуировка это культура. Это не просто какое-то говно. Набитая чернилами на коже. Татуировка — это искусство, как живопись, как архитектура. Это все очень серьезно. И учитывая мою любовь к татуировкам, по идее, я должен был уже весь с головы до ног быть, но пока я не приду к очередной татуировке, не сделаю вывод какой-то, я не позволяю себе набивать какую-то хуйню ради того, чтобы она просто была. Типа все мои татухи это какие-то моменты в жизни, которые со мной происходили. О, он сейчас сожрет ее. Блю ей в лицо, братан. О, нихуя. Фу, он обливал его. Ого. Кинцо становится интересным. Первые ебанутые зомбаки начинают жрать людей. Прошу прощения, что я не читаю вопросы просто. Как я могу не получить доступ к этому к этому кино? Так, где классический скример? Он сейчас должен быть. О, это же ёбнутая негритянка. Она же тоже зомби. Сейчас, народ, 5 сек. Очень противная хуйня. Deviant 2 выйдет раньше, чем Stalker 2. Я думаю, да, Stalker 2 анонсировали недавно, и его надо ждать в 2021 году, по-моему, по официальному заявлению. Новый мерч, да, будет новый мерч. Тот мерч, который мне будет даже самому носить по кайфу, поэтому вам тем более будет по кайфу. Я буду сам отвечать за дизайн в этот раз. И я решил, что по поводу клипов, по поводу сведения, по поводу битов, короче, все, что касается меня, я буду постепенно полностью брать под свой контроль, потому что уроки, которые я извлек из там событий, происходивших последние полгода в моей жизни, научили меня такой хуйне, что если ты не хочешь с тупыми долбоебами, которые не могут элементарную задачу выполнить, сотрудничать, ты должен научиться всему сам. Поэтому сейчас я уделяю все время изучению новых моментов. Видео, фото, аудио, искусстве. Сучки, вас сожрут, я уверен. Бегите нахуй оттуда, просто бегите. Почему в этих фильмах все, блядь, идут медленно? Да убегите вы нахуй, и зомби по-любому побежит за вами быстро, если он умеет бегать. Просто убегите от него первыми. Так. Ага. Минус одна. И корешем Джеке пришел, дал поебал зомбику.
Не, синт не трогал давненько. У нас были концертики, я отвлекся. Потом я доделывал студию дома. А сейчас пока не до синта. В Москве отменили концерт, потому что я заебался. Очень сильно устал и физически мне было плохо. Но мне удобнее, чтобы долбоебы думали, что мы отменили эту хуйню, потому что у нас не собрались типа люди или еще какая-нибудь хуйня. Типа, похуй. Абсолютно не волнует эта хуйня. Я уверен, что такие люди есть, кто так говорят или думают, но честно, дело не в этом. Я не там из тех чуваков, кто гонится там, блядь, за тем, чтобы обязательно напиздеть всем, чтобы у него был солдаут там, блядь, что у нас там бешеные сборы, 500 концертов в месяц, мне это нахуй не надо. Кому что доказывать? Те из вас, кому нравится мой музло и там нравлюсь я, знаете, что я за чел, типа. Хули мне выебываться перед вами. Так ведь. Вот. Так что, когда все будет нормально, и я буду в нормальном состоянии, буду готов раздать говна, мы обязательно увидимся. Я просто не умею отдыхать, у меня есть проблемы. Уже даже Илья съездил в Сочи еще куда-то там отдохнуть. Я ни разу в жизни не был на море и, ну, типа, я не отдыхал, не думая о том, что я должен сейчас работать, а я проебываюсь где-то 2 года. 2 года либо в туре, либо на студии. Поэтому немножко устал. Мне всего 23, поэтому это иногда дает о себе знать. Могу побыть с вами немножко честным. Все мы люди, все мы устаем. Новороссийск. У вас есть в городе какой-то чувак, который нарисовал мне портрет, и он сказал, что если я не приеду, не дам концерт, он мне не отправит его по почте. Только если я явлюсь. Так что я думаю... Мы с вами увидимся. Еще много городов в России, где я не был. Интересно посмотреть, как там люди. Федя, какой гол? Кэшбэк 10% на все спортивные товары до конца лета. Футбольная карта Тинькофф Блэк Виза. Пожалуй, лучшая карта с кэшбэком в мире. Да что там в мире? В России. Нам нужен кэшбэк, Федя! Найти всегда найти. Ладно, я сохраню, наверное, эфир. А то я слишком двигаюсь инкогнито. На самом деле, много всяких приколов было за то время, пока я там не выкладывал сторис, не эфирил. Много всяких веселых движений, просто... Когда вокруг происходит что-то прикольное, у меня у единственного не возникает, блядь, мысли снимать это в сторис и фотографировать. Я просто кайфую с момента, поэтому моя вот эта социальная сторона, она довольно бедно выглядит, потому что, ну, если бы у меня был какой-то чел, который постоянно ходит со мной с фотоаппаратом, то, кстати, если есть в Питере чуваки, которые... Не обломаются, ездить в девятки, но чтобы пофоткать меня и то, чем я занимаюсь, и они хотят быть постоянным фотографом, то это можно обсудить. Так, друзья, вот и чай. С двумя руками удобнее. Спасибо.
всем слышу. А теперь здравствуйте. Мы двумя руками за живое общение. А настроиться на него помогают легкие фруктовые ноты. Красивое начало живого общения. Я сорал голос немножко в Екатеринбурге. Так, время 2 часа ночи в Екатеринбурге. Мне нужно в аэропорт в... быть там где-то в 5. Угу. Ту-ру-ту-ту. Я надеюсь, кино успеет кончиться. Хотя да, конечно. Вы контактировали с инфицированными людьми? Нет. Ах ты пиздоболка, тебя же обливали кровью. Сука, все время думал об этом. Вот как бы вы поступили? Вот укусили вас, допустим, вы выживаете в зомби-апокалипсис, вас куснули, вы понимаете, что, скорее всего, ну, зная весь опыт фильмов, посмотренных за всю жизнь, и, в принципе, простейший механизм заражения каким-то вирусом, вы бы молчали до талого, пока из вас не полезло зомби о том, что вас покусали, или вы сразу честно признали, что вас куснули? Всем же пиздец, типа, придет. Зачем не признаваться, что тебя покусали? Ну не, вряд ли ты отрубишь зараженную часть, тебе это поможет, учитывая, что кровь полностью делает круг по всему организму, что-то меньше, чем за минуту, что ли. Ну, если я ошибаюсь, то это, ну, примерно в тех районах все равно. Вот. Так что тебе нет смысла отрубать что-то. Ну да, по поводу цепляться за жизнь, это, конечно, понятно. Но я бы не сказал, допустим, официальным каким-то там карантинщикам. Я бы просто признался своей команде, с которой я выживаю, что, типа, если что, будьте готовы ёбнуть меня. Бля, пиздец. Да не знаю, как называется этот фильм, я до сих пор не знаю. Загуглите. Фильм про зомби с Джимом Керри. Помоги мне искать. Это просто кольцо. Мама на обручальное. Она его не снимала. Может, сняла перед душем, а потом забыла надеть. Стейси, скажи, что происходит? Ничего не происходит. Стейси, наши родители... Перестань, тут говорить не о чем. Ну, вот это семейная драма, чтобы потянуть опять время. Вокруг всех живут зомби, вы тут решили попиздеть про маму, там, про папу. О, сучка нашла ствол. Просто у ее мамы в шкафу лежал здоровенный кольт, блядь. Где ты этому научилась? Папа брал меня на стрельбище. Дела гораздо лучше, чем раньше. Рассвет мертвецов? Big Baby Tape, да, я слышал про Big Baby Tape. Прикольный чувак делает, я ему написал в личку, сказал, прикольное музо, давай познакомимся в каком-то городе. Он нахуй меня заигнорил, а сегодня я встретился с его корешем, и в
Вот, я говорю, чё, блядь? Эй, я что, отвалился полностью?